Данном уроке мы разучим с вами третий круг бедра. Исходное положение, пятая позиция в ногах, правая нога впереди. Руки в подготовительном положении, стоим пальмом позы, голова в центр. Слушаем музыкальное вступление, раз и два, и на три открываем ручки в первую позицию, голова слегка наклоняется к левому плечу, взгляд устремлен к кисти рук. На четыре раскрываем руки во вторую позицию, голова сопровождает движение правой руки. На и раскрываемся в руках, дотягиваем ноги. На раз начинаем наклоняться вперед, еще усиливая натянутость ног. Руки постепенно опускаются в подготовительное положение. Голова следует за правой рукой. И собираем подготовительное положение. Два. На три вырастаем, руки двигаются в первую позицию, ноги сохраняют натянутость. Четыре, поднимаем в третью позицию, голова у нас разворачивается вправо. На и делаем легкий вздох пальчиками. И раз, два, дальше вырастаем и три. И как только вы растаете, сразу от указательных пальцев раскрываемся и четыре во вторую позицию. Пятая позиция в ногах, левая нога впереди, стоим на пальмантрозе, руки в подготовительном положении, голова направлена у нас в центр, да, повернута. Стоим также раз и два, и на три руки открываются в первую позицию, голова теперь у нас слегка наклонена к правому плечу. На четыре руки у нас раскрываются во вторую позицию. Голова следует теперь за левой рукой. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три и четыре. И раз, два. Не допускайте такой ошибки, когда у нас голова раньше рук идет. То есть руки у нас, по сути, остаются на месте, а голова выглядывает из-за рук.